Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет снова заказ ивановского трикотажа. Только в этот раз мы сделали заказ с другого интернет-магазина, с магазина Василек. И там, кстати, минимальная сумма заказа составляет 1000 рублей. Сделали достаточно большой заказ. Как моя мама очень любит ивановский трикотаж, ей он очень нравится, она решила мне еще заказать племяннику халат. И, в общем, весь заказ был сделан, так сказать, из-за халата племяннику. В общем, в итоге я заказала тут кучу всего еще, и пледы, и все остальное. В общем, сейчас вам все покажу. Итак, вот так нам пришел этот заказ в таком мешке огромном. Ой, и вот сейчас будем открывать. Еще. Да? Что-то всем. Открываем. Ну, по порядку начнем, да? Давай вытаскиваем. Так, первое, это тапочки. Это мне. Вот такие вот. Да. С зайчиками. Это мышка. Мышка? Нет? Мышка. Мышка? Мне кажется, мышка. А мне кажется, киса. Мне кажется, медведь. Здравствуйте, с такими глазами. Вот такие вот классные, тепленькие тапочки у меня будут теперь. Дальше. Вот наш гость программы, из-за которого мы сделали заказ. Это мужской. Да. Вот такой вот халат. Мужской племяши. Вот, ну он такой из хлопка просто сделан, тоненький, да, ну как раз хорошо, чтобы не было сильно жарко. Вот, это мы взяли, какой у нас получается? 50-й. 50-й размер, состав 100% хлопок. Да, вот. Вот еще такая штучка. Да, вот такая вот еще. Вот, ну в общем все, потом с примеркой покажем, да? Так, следующее. Вот такой вот в горошек. Тоже потом все померим, покажем. Так, давай дальше. Это штаны. Это штаны, да. Мама вот себе взяла. Будет летом щеголять, да? Вот, тоже потом все померим. Дальше. А это, кстати, вот эта футболочка, вот к этим штанам мама взяла. Да, вот такая вот футболочка, как раз мама взяла носить с этими штанами. Заказ в этот раз больше получился. Тут очень красиво. А это костюм домашний, да? Это вот штаны. Штаны такие, ну, как они, 3/4, да? Да. Ниже колен. И сверху будет вот такая футболочка. Футболочка. В африканском стиле. Вот, тоже маме. Это идет. Это, по-моему, платье или туника. Это платье. Платье такое. На лето мама взяла. Это самое, как? Типа газетное, да, такое. Ну, это поплотнее уже такое. Удачно. Это мои леггинсы. Это я себе взяла. Тоже такие коротенькие. Тоже дома ходить. Бросила, а то мама все ворчит, что я себе ничего не беру. Вот, такие. Ну, просто тоненькие, хлопковые, с какой-нибудь футболочкой буду одевать. Так, это тоже что-то. Шорты. А, это мужские шорты. Это шорты Антона. Да, это шорты мужу я тоже взяла, но он, к сожалению, у меня сейчас на работе. Поздно приехал, что он у нас фотомоделью не будет. Вот такие шорты. Кстати, тоже прикольные, такие тоненькие. Он у меня дома любит в таких ходить. Так, тоже вот хлопковые. Это носочки тоже я мужу взяла. Обычные.
Хлопок полиамид лайкра. Кстати, вот эти носки на сайте были написаны как медицинские. Мужские носки, длинные медицинские. Не знаю почему, потом открою, посмотрю. И также мужу я взяла вот такие кашемировые носочки. Тут три пары. Вот. Кстати, носки там продаются упаковками. То есть вот эти носки по три пары, теплые. А вот такие обычные носочки, они идут по 6 штучек. То есть меньше нельзя взять. И осталось у нас 2, 3. А, это ты себе заказала плед. На кровать. Мама сверху. Ну, тоненький, правда, такой. Ну, тоненький хорошо, потому что его стирать можно. Вот такой вот симпатичный бежевый плед. Это мама себе взяла на кровать постелить, на свою. Вот, а состав у него... Это 180 на 2. Это какой-то материал такой. Как он? Как плюш. Как плюш такой, да. Видите, с одной стороны он вот такой. С другой стороны вот такой. В общем, симпатично будет. И это два пледика деткам я взяла. На кровать. Кровать, да. Вот они как раз, детки, тусуются. Вот такие вот тоже тоненькие. Специально, чтобы можно было постирать. Потому что, вы же понимаете, дети тоже 1,80 м. Он, по-моему, на 2. Вот, вот такой серенький. Две штучки на одну кровать и на вторую. Но я потом покажу, как смотрится. И вот племяш мой. Это у него 50-й размер. На самом деле, какой ты размер носишь? Мы не знаем, какой. Он не помнит, какой он размер носит, но мне кажется, неплохо даже. Но немножко в плечах великовато вот здесь вот. Ну, парень растет, вот, а по длине вообще супер. С черными носками вообще отлично смотрится. Вот, так что вот такой вот у нас красавец теперь будет. Да, молодец. И вот мамина платьице в горошек. Вот, мама, правда, переживает, что оно короткое. Мне кажется, на лето самое то, в жару. Оно из хлопочка, да? Ну, такое. Даже если оно... Да, хлопок. Вот, хлопок. Тепенько. Мне кажется, очень даже неплохо, так прям, можно сказать, по фигуре. Ну, вот. Даже если он и подсядет, будет вот такой короткий, можно с шортиками носить. Ну да, с леггинсами какими-то. Ну, в общем, ну, маме, да, маме нравится горох, она у меня очень любит. Поэтому я и заказала ее. Да, поэтому мама, как увидела это платьице, это сарафан называется, она сразу беру-беру. Вот, и на спине, кстати, хорошо села. Но мы взяли... Какой мы размер это взяли? 60-й, да. Вообще все, девочки, смотрите, все по параметрам там на сайте там есть. Вот, что по объему груди вам подходило, по всему остальному. Ну, она, видишь, она вроде низковата для низкого роста. Да, ну, в общем, вот костюм, который получается у нас, брюки, и вот эта вот футболочка. Ну, сюда можно и с беленькой футболочкой, и с темно-синей, мне кажется, вообще отлично. Это мама взяла себе на лето, вот, там, куда-нибудь... Подружки зайти к соседке и так далее, да и вообще, ну вот, очень симпатично. Мама, какого, 1,60 м, да, где-то? Ну, не знаю, в молодости 1,65 м была. Да, ну, сейчас я 1,65 м, я повыше, мама, может, 1,63 м, мама, может, 1,62 м, вот так. Ну, они вот, как раз для моего роста. Да. То есть, они не длинные, даже подкорачивать не надо, вот они. Да. То есть, хорошо, от комаров. Да, ну маме очень нравится. Мне тоже, кстати. Костюмчик, который мама тоже все взяла. Брюки, они должны быть, мне кажется, покороче там на сайте, да? Да. Мне кажется, они... Ну, да, вот так вот они там выглядели. Ну, это же может быть на высокую девушку. Да, вот. А мама, получается, вот так. Ну, мне тоже очень нравится костюм, симпатичный. Вот, и вот эта футболочка тоже. Но она интересная очень. Она шелковистая и тянется. Видите, как она тянется? То есть явно это с добавкой. Хотя и написали чистый хлопок, но это явно с добавкой. Да, но маме... Вот она, видите, как тянется? Да, и рисуночка. И так, такой. И так. А так очень приятно к телу. С женщинами. Да, фриканкой. Да, очень симпатично. Очень тоже хорошо. И рукавчик. Рукавчика нет, а спущенное плечо. Вот так вот. Угу. То есть вот это все, видите, как вот. Ну, без кармашка. Ну что, и так красота. И вот такой вот еще, как это, платьице, да, у нас получается? Туника. Вообще туника, да, считается? Туника у них вот такая вот, очень тоже симпатично. Очень нравится. Хорошо маме села на груди. Да. Вот. Тут получается кокеточка, вот так она выше. Вот такая маленькая.
Какой воротничок с этим, чтобы голову пролезала. Так, вот она переходит сразу же в рукавчик. Вот так вот. Такой рукавчик. А дальше здесь прямой, вот так вот. С кармашками, что очень, очень. Очень удобно. Мама любит кармашки. Очень удобно. Да. Все, без разделек. Еще. Но она поплотнее. То есть вот ее можно. Она плотненькая. Не то, что которая там тоненькие. Такая плотненький трикотаж, но явно хлопок. Потому что вот это чувствуется хлопок, а костюмчики, они явно с вискозой там. Но с вискозой тоже же приятно к телу тебе. Да, и это тоже вот с кармашками, так, сзади все. Все красиво обработано, со шопчиком, так все аккуратненько. Ну, тебе понравился заказ? Мои тапочки, которые я заказала, но они идут с 38 по 41 размер. Ну, сидят, не знаю, нормально, у меня 39 размер. Мне кажется, очень миленько, симпатичненько. Я такие обожаю тапочки носить дома. А вот с этой стороны они, видите, просто, ну, как такими пупырышками, чтобы не скользило. Очень милые тапочки. И вот носки, которые я мужу заказала, вот эти медицинские, которые, они внутри, как, видите, такая, как махровая такая, как махра, как она правильно вам называется? Махра, да? Махровые такие. То есть я так понимаю, что они, получаются тепленькие очень. И вот эти вот, которые кашемировые носочки, они очень мягкие, очень приятные. Тоже внутри вот так вот они сделаны. Но они прям мягкие-мягкие, девочки. Я побоялась брать с верблюжьей шерстью и с собачьей шерстью у них есть на сайте. Я побоялась их брать, что они будут колючие. Если будут колючие, то муж у меня 100% не будет брать. Ну, не будет носить. Ну, вот эти вот мои леггинсы, я себе взяла самый маленький размер, я уж показывать не буду, они, как обычно, 42-й. Ну, они просто такие тоненький такой хлопочек сделан. Вот. Ну, с какой-нибудь, да, они тянутся еще хорошо, так что с какой-нибудь этой футболочкой. И, кстати, тоже здесь вот все швы очень такие, ну, очень ровные сделаны. Вот мамины тоже брюки. Вот, маме очень понравилось, что все аккуратненько прошито, тоже все. Нет никаких вообще у мамы нареканий к качеству, ну, поэтому мама тут и разошлась у меня с заказами этого трикотажа. Вот, потому что все очень, во-первых, симпатично, и то, что хлопок, все дышит, и, в общем, вискоза мама, короче. Маме очень нравится, одним словом. Вот, кстати, вот эти штаны у мамы 56 размера, вот эти темно-синие, которые мы показывали. Ну, у мамы низ, ножки тоже худые, вот, поэтому она взяла за счет того, чтобы на животике, чтобы они были свободные, чтобы носить, если что, она сказала, подтянет себе вот здесь вот эту резиночку или поменяет просто, чтобы сидели хорошо. Так что вот так вот. И вот еще шорты мужа, но он у меня сегодня поздно придет, и я хочу уже отредактировать видео, да и он не будет у меня сниматься, они тоже такие до колена получаются, темно-синие. Вроде бы, нет, или черный. Нет, это темно-синий. Ну, непонятно, такой темно-темно-синий прямо. Вот, я ему взяла 54 размера тоже, чтобы были посвободнее немножко. Вот, тоже все шовчики ровные. Вот, здесь резинку, если что, можно подтянуть. Хороший, очень качественный трикотаж, тоже очень понравилось. И вот я застелила мальчишкам вот этот плед. Вот, он размер 1,80 м на 2. А какой размер у нас, мам, кровати? Ну, кровати что-то 1,20 м у нас, по-моему. Вот эти, или метр. Нет, я же не помню. 20, 1,20 м. Вот у одного теперь. И у второго. Маме кажется, что вот этот темнее, блядь. На самом деле там просто освещение поярче. Вот, так что вот так вот симпатично моих мальчишек смотрится. Посветлее. Вот, мама говорит, что вот этот плед посветлее получается все-таки. Мне кажется, тебя отсвечивает, он такой же. Ну, даже если. Эти пледы я буду стирать. Стираю я такие вещи при быстрой стирке. Это у меня температура 30 градусов, 28 минут, 800 или 600 оборотов я ставлю. Стирать буду 100%, потому что мальчики, они есть мальчики. Вот, и по-другому никак. Так что вот так. Но он классный, на самом деле, такой тоненький, что можно положить в стиральную машинку. Это является для меня огромным плюсом. Потому что каждый раз химчистку, это каждую, я не знаю, каждый месяц надо в химчистку отдавать. Вот у меня мама приложила, получается,
Второй плед потемнее немножечко, вот этот вот. Один более светлый, а второй чуть потемнее. А это такой? Да, светло-серый. А другой темно-серый. Другой темно-серый. Ну, ничего страшного, они в разных углах стоят. Показать накладную. Вот эти брюки женские, это вот мамины брюки с футболочкой, вот с этой мама взяла. И вот, вот. В общем, все цены, но ссылки я постараюсь вам оставить в инфобоксе, так что заходите, обязательно смотрите. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Не забывайте переходить в инфобокс, там я оставлю ссылки на те товары, которые мы заказали. И напишите, как вам заказ, понравился или нет. Нам лично очень все понравилось. Качество, конечно, очень хорошее, все хлопок. И все достаточно симпатичное. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!